Всем привет! И мы смотрим, как я играю шамана. Это у меня такая экспериментальная колода. Так, мне дробителем, я думаю, надо убить этого волка. Да. Жалко, конечно, Ц3 тратить на волка, но он бы всех апал, поднимал всем показатели, поэтому необходимо было убить. Опасный волчара. Эта девушка улыбается только половиной рта. Ну, я думаю, большие глаза. Глаза. И компенсирует всю странность. Всю странность этой аватарки. Ну-ка, что он решит? Лечебный тотем – это то, что надо. О, тотем прилива маны. Выдвигаем его и выдвигаем я думаю, надо повысить здоровье для двоих тотемов, чтобы их, не дай бог, не уконтропопили. Так, и ледяной шок на того парня, чтобы он их не убил. Это, я думаю, такие варианты у нас есть. Там у нас есть еще один ледяной шок. На всякий случай. Полезный тотем, полезный вот этот тотем прилива чего-то там. Он дает каждый, в конце каждого шага карту. По сравнению с другими картами, которые дают карты, сказала, да? Ну, которые, допустим, тот алкалит боли. Или это волшебница, которая при лечении дает карту. Для этого ничего не надо делать, просто чтобы он дожил до конца хода. Вот здесь я решила играть провокацией, то есть этим защитником с больным животиком. Ох, как он меня бесил, когда я проходила этот квартал. Не знаю, можно ли еще бесплатно проходить квартал, но всем, кто не играл, рекомендую поиграть. Так, что у нас есть? Видите, армия его растет, а мы как-то особо не можем ничего противопоставить. У нас есть зато элементаль огня. Полезная штука. Ну, гроза. Сейчас нас покрутит марно. Еще учитывая, что у него вот этот вот тотем, который увеличивает магию, урон от магии, очень полезный. Для шамана чудесно, он еще повысил здоровье тотема. Ситуация выглядит печально. И улыбнулась половина карта. Так, он пока еще ходит, он пока еще думает, у него ноль. Что тут думать, не знаю. О, у нас есть вольный элементаль, у нас есть что, боевой клич. Полезно, полезно. Что мы решили делать? Если мы его выведем, то в принципе, вот нормальные люди бы его вывели, но я решила подождать, поэтому вывела вольного элементаля и ледяной шок. Я думала, в ледяном шоке перезагрузка, и он накачается, но нетушки. Но зато мы можем сделать еще один тотем призвать. Вдруг будет что-то полезное. О, змеюка, это всегда полезно. И еще одна карта пришла. Возрождение. Убивает с покалеченным здоровьем и возвращает тут же на бой. Очень полезная какой-нибудь синергии, но тому по себе. Вот щита Аргуса у меня до сих пор нет в моей обычной коллекции. Так, изрыгатель слизи. Чудесная карта. Идем ею. Да? Я думала вот здесь вот уничтожить его и сделать двоих провокаторов, потому что тогда будет один провокатор и второй, но решила, что лучше будет тотем, вдруг что-то полезное. Ну вот, полезное тоже было, поэтому давай здесь пнем одного вот сюда и дело сделано. Я вообще надеялась на это тотем здоровья, но вот фигушки. Полезная карта, сила тотема. Жалко, что она так поздно пришла, я могла бы улучшить вот тот тотем, но нет, сейчас его заковыряют. Mm.
Да, сейчас этого парня убьют. Печально. Что же делать? У меня есть перезагрузка выбор славы на 5 единиц. Хорошая карта. Тут, получается, ничего другого нельзя было вообще никак поступить, поэтому никакого другого варианта я тут не видела. Вот. Поэтому я думаю вывести этого парня, говорящий с ветром, что ли, который добавляет... можно два раза ходить за ход персонажу. Сейчас мы улучшим вот этого парня и пнем его направо и налево обоих провокаторов. В принципе, ничего другого здесь не получится. Урон у них всего один, зато мы им 3 наносим. Ну и можно тотем улучшить, чтобы не убили наш тотем, который нам карты приносит. Вот так. Можно было, да, можно же было его здесь возрождением устроить. Но я решила поберечь эту карту. Вот у нас есть раздвоенная молния, удобно было бы. А тут, видите, пиао, ничего нету. Печалька. Да. И убили моего замечательного защитника. Мы должны очистить солнечный колодец. Синдарай священник вышел и улучшил этого парня. Что у нас есть? У нас есть молнии. Я однозначно сейчас ими попытаюсь кого-нибудь убить. Посмотрим, что получится. Еще логично было бы вывести тотем. Надеюсь, что там тотем, который увеличивает эту вот силу. Но я хотела вывести вот этого парня. И убить того, который швыряется дротиками. Еще одна карта, ко мне дробитель. Удобно. Сейчас никакого не будет этого провокатора, то мы убьем этого синдрака. О, провокатор, привет, пришел. Жажда крови. Совсем не радует. О, синдрайка может этого, да, убить. Все. А что у нас есть глаз? Ну, что он в данном случае не поможет. Ко мне дробителя можем, да. Мы должны уничтожить этого провокатора. И что вывести Мексну, я думаю, так. Или мы могли бы вывести того вот парня, который нам еще одну карту даст. И тотем. Ну, посмотрим. У него две карты, у меня 4, и еще и... Да, еще и тотем прилива маны. Так, бронящийся сержант, что нам дает? А, мы можем им пнуть какой-нибудь тотем. Ага. Вот этот мы пнем сюда. Тот становится нулем. А, дух тихого волка можно вызвать. Да. И дух тихого волка, и бронящегося сержанта можно вызвать. Полезная карта. На 3 мы получаем всего целых 2 персонажей, на 2-3 чудесная карта. Давай, броняющегося сержанта. Иди сюда и сражайся! Сюда. Не выдержал накал, и что сделать? Ну, идем дальше играть. Этот бой с Валирой. Меня как-то Валира так разобрала на арене, я вам не могу даже описать. У нее был вот этот клатушка, которая добивает, и я вроде защитила, еще же стоят мои эти, называются, попарни, но она так все скомбинировала, что я не знаю, меня убило, я не знаю, наверное, где-то за 4-5 ходов очень быстро. Очень опасное существо это Валира, если знать, как ей управлять и иметь нужные карты. Я думаю, все, кто вот говорит, что она слабый персонаж, они просто не умеют ее играть. Каждым персонажем надо учиться играть и подбирать колоду. Ну, это, в принципе, очевидно. Так, что же делать? Что же делать? У нас есть... Камнедробитель, хороший вариант.
Но мы вызвали тотем. Потому что всего один урон от этого паучка. Если мы его убьем, будет 2 урона. Поэтому... Ну да. Сейчас они его заковыряют, мой тотем. Но зато они мне в голову не бьют, что хорошо. Я думаю, может, я не права, что не убила этого паука. Что мы можем сделать? У нас есть камнедробитель, у нас есть молния. Так, призыв тотема, да. И камнедробитель. Думаю. Ну, что поделать, они сейчас поубивают моего персонажа, и ничего им за это не будет, печаль. Я тот тотем боюсь ставить, потому что у Валиры есть оружие, и она этим оружием умеет пользоваться. Что, теперь давайте, что у нас есть? Да. Не то, что я ожидала, но ничего не поделаешь. Так, мы можем взять тотем. Камнедробителем было бы правильнее. Было бы правильнее камнедробителем. Давай. Но нет, я решила тотем вызвать. Сейчас они тоже прибьют этот тотем, гады. Камнедробителем убить и все. Ну, видите, у меня сколько перезагрузок тут. На этот неруб, они спасаются нерубом от уничтожающих заклинаний. Заклинаний, которые сметаются в доски. Да, 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 надо было ко мне дробить. Что у нас есть? У нас есть Наксрамас, тотем, который они бьют. Можно вот эту штуку взять. Возрождение не поможет, это тоже не поможет. Только ко мне дробитель, похоже, и все. Вызываем тотем, берем камнедробитель, то, что раньше надо было сделать. Сиги, направляйте меня. Убиваем. А лечить некого, да? Уже 5 очков, а у меня всего лишь 3. Я имею в виду... Мама. Она взяла себе меч. Она очень крута, что я могу сказать. Поэтому я решила вызвать Тинакс Рамас. Вот когда Валира с таким мечом выводить персонажей, как-то выводишь, она их сразу убивает. Поэтому никаких таких персонажей, которые выжили, у меня нету, чтобы вывести. Говорящий с ветром, у него, кажется, 3-3, я сейчас не вижу. И она бы его сразу тоже убила. Но вот этого парня... Знак Срамаса не может. Что вам сказать, изначально какая-то игра не очень задалась. Вот, я добавляю 3 раза, может пнуть меня. Да. 15 урона с этим ядом. Чудесно. Чудесный меч, чудесный яд, что вам могу сказать еще. Но у нас есть секрет. Так, я решила, что если я выведу, она его сразу убьет. Что же делать? Что же делать? Я подумала вывести говорящего. Интересно. С ветром и дать ветер. Сейчас убить агента. Вызвать тотем. И... вызвать что? Дать неистовство ветра. Кому мы дадим неистовство ветра? Это тому парню из Наксрамаса. Он сможет ударять не просто 3, а 2 раза по 3. Это очень хорошо. Еще у меня есть безликий манипулятор называется. Естественно, они убивают этого говорящего с ветром. Очень-очень хитрая игра у этой Валиры. У нее все основано на мече. С
Ставишь меч, она все убирает, она сразу все очищает. С уроном 5 можно убить большинство существ. Ну, все, которые у меня есть. Так, что? Поэтому мы прячемся от нее. При помощи боевого клича. И что у нас есть? 4 раза по 4. На следующий ход будет 4 раза по 5. Поэтому нам надо немножко продержаться. Вот я думаю, ставить еще или один тотем, но решила не ставить, потому что убьет же точно. Могла бы поставить. Одну бы карту точно получила. В принципе. Она думает. Вот сейчас ей бы не помешали заклинания, которые очищают доску. Но мне кажется, у Валиры таких нету. Меч, конечно, очень хитрый. Да, усилила этого парня, и он меня пинает в лицо. Чудесно. Что теперь у нас 4 раза по 5 и ледяной шок. Я считаю, что это практически победа. В общем, сейчас сижу, считаю. У нас вместо одного урона 2 урона. У нас есть усиливающий тотем, который 2 дает. И мы его, естественно, поставим рядом с одним из... С одним из теней. Так, у нас теперь 14 у этого парня. У этого 10. Здесь 2. И еще вот этот урон. Сколько мы ему? 20 с чем-то снесли. Одним ходом. Это бывает редко, но это было красиво. Что вам сказать? Это была красивая победа, в общем, всем, кто смотрел, спасибо. Надеюсь, вам понравилось с моими комментариями. В общем, пишите, смотрите, я буду еще в будущем что-нибудь такое выкладывать. Всем удачи, пока.